Собравшиеся на открытие выставки тепло приветствуют друг друга, словно старые знакомые. Гости, музыканты ансамбля «Россия», политики, научные сотрудники музея. Долгое время все они работали над тем, чтобы эта выставка увидела свет. А совместное творчество, как известно, сближает лучше всего. На открытии экспозиции ни помпезных речей, ни сухого протокола. С особым чувством мы готовили эту выставку. Более 300 предметов на ней представлено. Это личные вещи Людмилы Георгиевны. И в процессе подготовки этой выставки для меня она еще открылась с такой стороны, как вообще очень серьезный музыкант. Есть партитуры, которые исполняла только она. Все просто, по-дружески, а выступающие говорят от всего сердца. Единственная дань традиции подобных мероприятий – перерезание алой ленточки. Первую экскурсию по вновь открытой экспозиции для всех желающих проводит директор и художественный руководитель Государственного академического русского ансамбля России имени Людмилы Зыкиной Дмитрий Дмитриенко. Вот здесь написано «Людмила Георгиевна Зыкина, четвертая справа». Вот, я прошу прощения, вот Людмила Георгиевна Зыкина. Эта выставка – совместный проект Государственного исторического музея-заповедника «Горький-Ленинский» и Русского народного ансамбля «Россия», основателем которого была Людмила Зыкина. Здесь представлены потрясающие концертные платья, подарки, в том числе от первых лиц многих государств, сувениры от поклонников. И, конечно, богатейшие архивные материалы, многие из которых впервые выставлены на обозрение. Много приходилось бывать на разных выставках. Вот сегодня сочетание фотографий, биографии, концертного костюма, воспоминаний. Это очень хорошая такая, знаете, я бы сказала, новация, что ли. Потому что мы привыкли в последнее время видеть какой-то авангард, но к Зыкину это абсолютно бы не подошло, если бы в каком-нибудь хай-теке или авангарде мы пытались это разложить. И пусть таких выставок будет больше, и как можно больше людей узнает ее творчество, ее любовь к России, потому что неразделимы Зыкина и Россия, это одно. Конечно, здесь не вся жизнь Людмилы Георгиевны, но самая яркая ее часть – концертная. Цена многих экспонатов не измеряется деньгами, теперь это ценности исторические. Ведь для всего мира ансамбль «Россия» и Людмила Зыкина были такими же символами и гордостью Советского Союза, как Гагарин и Космос, Григорович и Большой театр, Харламов и сборная по хоккею или фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. Человек, который пришел вот сюда, в это замечательное пространство музейное, чтобы он как можно больше увидел и почувствовал масштаб личности Людмилы Георгиевны Зыкиной. Вот начиная, может быть, с самых-самых первых ее выступлений на сцене и вот заканчивая уже тем ее величием, той царственностью ее, не просто, может быть, даже сценического образа, а я бы даже сказал, жизненной позиции по отношению к искусству, по отношению к России. Сами сотрудники музея-заповедника Горки-Ленинский не скрывают, что работа над этой экспозицией доставила им огромное удовольствие. Ведь одно дело – предание старины глубокой, и совсем другое – наш современник, ставший символом ушедшей эпохи. Никакую другую выставку с таким трепетом не готовил музей никогда. Это действительно все ее и ждали, собирали каждый экспонат, думали, как что представить красивое. Действительно, это большое событие. Планируем, что она будет еще экспонироваться в течение первого квартала следующего года. У нас будет экскурсовод, мы готовим лекцию по данной выставке. Официальное открытие выставки состоится 17 декабря в 14 часов. Начиная с этой даты, сюда смогут прийти все желающие. Также и в этот день посетители смогут послушать выступление Государственного академического русского ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видное ТВ.